Здравствуйте. Беременность 4 недели. По ультразвуку в левом яичнике фолликулярная киста 70 на 56 мм, в левом яичнике киста желтого тела 16 мм. Есть боли в районе левого яичника. Что делать с этой кистой 7 мм? Ничего не делать. Да, я надеюсь, что вы уже акушера-гинеколога посетили. Такое может быть. Просто вы, да, там чисто физически сейчас себя немножко ограничиваете, да, там без резких прыжков. Возможно, да, там половые контакты желательно ограничить, потому что это может быть болезненно для вас. Вот. И постепенно эта киста уйдет, и для беременности она обычно не представляет собой, ну, не представляет риска никакого. Да, аккурат там самое страшное, да, там перекрут какой-нибудь может быть, но это очень-очень редко бывает. Обычно она просто выходит потом постепенно, и ничего страшного в ней нет. Но обязательно на учет, в женскую консультацию становитесь, чтобы доктор вас наблюдал.